Всем привет! Обзор старого города Калечи. Находимся в старом порту старого города Калечи. Основателем этого города Калечи, а потом и образования города Анталии, был Атолл. Это римские воины приехали сюда на побережье, долго искали, где бы им обосноваться. Ну и выбрали это самое как бы удобное было место. И организовали здесь поселение. Город внутри крепости. Мермерли. Это кафе. И там же, за этой стеной внизу, единственный пляж города, старого города Калечи. Ну и вот этот пляж, который так и называется Мермерли, как и кафе, которое находится сверху. Какие красивейшие виды, ребят. Вот так вот человек идет, на голове носит бублики. Кто успел, подбежал, схватил и жуешь. Правда, если ты бублик снимешь, наверное, он услышит. Он каждый бублик пересчитал по весу. Ребят, мы сейчас находимся в ресторане Мермерли. Гора кокосов. Это уже использованные кокосы. Свежевыжатый сок. Ой, какие старинные часы. Время замерло надолго. Вот. И самое интересное, здесь проход. Hello. Hello. Good morning. Thank you. И какой вид здесь с этого ресторана? Мы попадаем на единственный пляж. Единственный пляж, который есть в старом городе Калечи. Какое чистое море. Ну, мы сейчас пройдемся сюда. Мелкий песочек. С берега можно скупаться. По легенде, на этом пляже встречался Антонио, римский император, с Клеопатрой. Но это легенда. Всегда легенды, они красивые, интересные. Может быть, и правда это было. Сказать честно, ребят, что пляж чистый, я бы не сказал. Поставил широкий угол обзора. Может быть, где-то, конечно, сейчас будут искажены стены. Но я хочу, чтобы вы более объемно увидели, шире картинку. Вот то, что нас сейчас окружает. Дали. Это уже наверху современная Анталия. Это район Коньялты. Там как раз очень много пятизвездочных отелей. Но хочу сказать, что там общественные пляжи. Пятерка со своим бассейном, совсем включено, но там общественный пляж. Мне всегда нравились общественные пляжи в том плане, если за ними ухаживают. И если люди не сорят. Какие красивые места, ребят. Как вам Шиморе? Когда волна ударяет, здесь пройти невозможно. И, кстати, что интересно, вот когда волны ударяют, они, брызги залетают сюда, и получается, как будто маленькие озерца. Ну, сейчас, видите, немножко воды осталось. Она потихоньку уходит. Тут, естественно, есть какие-то расщелины. Но благодаря тому, что сейчас более-менее тихая погода, не ветрено, мы можем пройтись по местам, где ходить, в общем-то, не особо можно. Проходы здесь тяжелые. Но мы же люди опытные. Надеюсь, у нас все будет без происшествий. Мы можем подняться туда дальше. А попробуем. Ну,
Ну вот куда я забрался. А, ребят, где я прошел? Вау, а тут кто-то отдыхает и фильм ужасов смотрит. Палатки кто-то есть. Hello. Ребят, хотел рассказать позже, а вот это вот, в эту сторону, это есть район Лара. Но о нем немножко мы потом расскажем, пройдемся в этот район. Если поверху идти по этому району, в конце концов мы можем дойти до Дюдинских водопадов. Потревожил человека. Устроился в палатке, смотрит фильм ужасов и наслаждается природой. Где-то здесь, мне говорили, есть какой-то источник. Возможно, это дорожка к этому источнику. Ну, раз я уже здесь, почему бы не подняться? Уже довольно высоко мы поднялись. Ага. Так я его найду. Высоко? Высоко. Бам. Источника нет. И дверь закрыта. Выйти я там не смогу. А что здесь? Ничего здесь. Да, будем уходить. Забрался высоко. Но здесь ходить опасно. По горам ходить не собирался. Да. Но за горы рукой потрогал. Смотрите, как красиво. Вот если вот так горизонт, то есть это такая скала нависающая. Раньше, видно, здесь были проходы и люди ходили. Хотя, какие люди? Возможно, это просто какие-то частные дорожки. Еще раз насладимся этим видом. Такие большие камни. Ну, чем хорошо? Эти большие камни защищают, в принципе, берег от больших волн. Волны большие ударяются, и они ослабевают. Ну что, берег, в принципе, ну вы видите, тут такое песчаное, не песчаное, но разрушиться все может. Дальше разрушится. Рыбак снова забросил свою снасть. Не пойму, что это такое. Слушайте, там косяки рыб стоит. Ну, камера это не покажет. Рыбы очень много. Вот стайки стоят. Кафешки. Понятно, в сезон здесь мест, наверное, очень мало. Такой небольшой сквер, парк. Все интересно, воздух шикарный. Перед нами исторический музей, недалеко от порта, старого порта Калеичи. И вот здесь мы встречаем, ну, настоящие пушки. Вот их здесь зажигали фитильком, и она шандарахнула. Наверное, не один раз, а может нет. Хотя учения любят многие проводить. А вот здесь целая гряда пушек. Да, они интересно уцелели так. Так, что мы тут прочитаем? А ничего не поймем все равно. Изучайте языки, ребят. Это что? Пушка, не пушка, но может часть какой-то пушки. Глушитель пушки, во! Этнографический музей. Не знаю, вход платный или бесплатный, пока ходим бесплатно. Ух ты! А это уже пушка более современная. Передвижная такая красавица.
колеса кто-то снял. Да, здесь можно посещать это все без проблем. Какие-то чаши. Видно, их собрали, сложили, склеили. Долго задерживаться не буду. Вот лампы. Видно старинный кальян. Кто будет здесь? Приезжайте, я думаю, будет очень интересно. Коте. Эдвард Коте. Ух ты, как я его не заметил. Ребят, вот такой вот старый колодец. И ведерко. Замечательно. Вот мне интересно все время, что здесь хранили? Вино? Номер, я думал, год. Ступеньки какие. Сколько им лет? Сколько людей по них прошло? Зайдем в основное здание. Хотя как сказать, оно основное, не основное. Good morning. Morning. Welcome. Музыкальные инструменты. Национальные. Интересно послушать звук с этих инструментов. Здесь, ребята, очень темно. Но я даже немножко испугался. Сидит немолодая женщина и выпекает здесь что-то. Это музей. Я думал, действительно что-то пекут. Поднимаюсь по крутой деревянной лестнице. Все такое как бы скрипит. Что это? Походу, это какие-то курительные вещи. Подставки для яиц. Кофейнички. А, ребят, да что ж такое? А здесь вот семья турецкая. Походу, трапезничают. Снова немножко так аж муторошно стало. Вот барышня занимается чем? Ковер изготавливает. Мужчина, наверное, на охоту уйдет. Или на рыбалку. Куда бы ему еще пойти? Как бы, как одевалась, наверное, пара на какой-нибудь праздник. И черевички. Мужские. Женские. Вот такая накидка на голову. Ну и вот турецкая шляпа. Что здесь? Украшения. Украшения. Ну, наверное, серебро. Я так понимаю, кофемолки. А вот то ли няня, то ли мама. Детская кроватка. Ребят, ну честно говоря, я немножко вот такие вещи побаюсь. Не знаю почему. Где здесь выход? Ага, вот. Вот мы вышли отсюда. Прошлись по такой интересной маленькой улочке. И выходим, и выходим. И куда мы выходим? Это называется у нас парк Каралиоглу. Ну, этот парк находится на возвышенности, на юге от старого города Калеичи. Чем он хорош? Смотрите, вот такие изделия из дерева. На тропинке встретились два козла. И самое ужасное, что между ними нельзя находиться. Видно, приехали на экскурсию. Экскурсовод пытается что-то рассказывать. Ребят, это все стекло. Плюс этого стекла только в том, что оно грязное.
или запотевшие. Здесь отличный панорамный вид. Пляж Мемерли. Мы там были с вами, только не скупались. Старый порт. По этой лестничке я подымался, дошел практически до верха. Но пришлось вернуться. Мы ходим с этого парка, идем дальше по улице. Вот, ребят, ну, смотрите. Вот дом, да, живут люди, цветы и вот стена. Как вам такой? Припаркован Мерс. Видно, местный житель. Мы сейчас пока пойдем вправо. Смотрим. Снова маленькие кафешки. Чего? Вот вам, ребята, гуляем по улочке. Выскочила собака. Нас типа успокоили, что туристов они не трогают. Благодаря этим туристам все здесь выживают. Вот посмотрите, ребят. Вот. Давайте покажу ближе. Здесь живут люди. Вот та же история, что я рассказывал по поводу звонков. Звонков здесь нет. Смотри, какая штука. Бычья голова. И вот вы стучите в эту дверь, и вам откроют. Вот номер дома. И помимо того, что номер дома, есть имя дома. Не на всех зданиях, но на многих зданиях здесь вот такая история. То есть присвоены имена зданиям. Так вот, когда выдают техпаспорт, то в техпаспорте записан номер дома, улица и, возможно, вот так вот это имя этого дома. Да, еще что я хотел сказать. Видите, вот это вот мы уже видели камушки, как бы забетонированы при входе. Ну, тоже говорят раньше. Я не знаю, где здесь грязь, но если вы подошли, постучали, вот слева это стучат там, допустим, женщины, справа стучат мужчины. И здесь же, да, вы вытерли ноги и после чего только проходите. Ребята, что интересно, видите, все растения, тут зелено, они все как бы в катках или в горшках, как это правильно, вот корни повылазили уже. Ну, почему так? Да, ну, наверное, потому что тут земли-то нет. Ну, горшок уже рассыпался. Вон дворик. Смотрите, ребята. И тоже имя дома. Машина. Ну вот как по этих улицах еще ездят машины? Но они ездят. Это такси. Эти 100% везде ездят. Кстати, вызвать такси можно. Вот вы стоите возле, что это? Фонарный столб, там я не знаю что. Кнопочку нажали, к вам приехало такси. Это все организовано очень-очень быстро. Очередное кафе, фрукты, фреш, апельсин, гранат, все в ассортименте, вино. Почему сюда такси подъезжало? Ну, кто-то подошел, нажал, хочу отсюда уехать. И человек уехал. Абсолютно на стене висит. Диагедом будет светло. С этой улички мы вышли, можно уйти на отель Моно, но наша задача показать башню Эддерлык. Что плохо? Насколько я так понял, уже третий год около этой башни идут раскопки. Вот там вот работают, что-то вымывают водой, режут плиты. Возможно, восстанавливают. Или будут восстанавливать. Видите, город античный, насколько был он ниже. Это все приходится разрывать прямо прямым способом. Вот там отбойный молоток работает. Почему это? Вот с правой стороны, если вам будет видно, тоже там люди копают. И притом лопатой там. Видно, так это все снимают слой за слоем.
Пару слов об этой башне. Ребята, реалии нашей жизни. Хотел пару слов рассказать об этой башне, но вот человек снимает, бетонные лестницу, там разбивает, это современное то, что было раньше. Можно было ходить здесь там по этой территории. Но сейчас смотрите, они сколько раскопали всякого-всякого разного. Ну, и это датируется где-то 2 веком нашей эры. Вот, не дает мне рассказать об этой башне. Кот, кот. Красота. Здесь очень любят все котов. Кормят, ласкают. У них даже в мечеть, животные в мечеть запрещены. Но если туда заходит кот, это добро пожаловать. Вот, ребята, вдали башня Хадерлек, я за нее сейчас немножко расскажу. А это все продолжается и за спиной, и мы по нем сейчас пойдем. Парк Кара-Али-Оглу. Пушки все так же защищают. Значит, что касается башни Хадерлек. Башня была построена ориентировочно где-то во 2 веке нашей эры. Предназначение этой башни было, считается, что башня носила характер оборонительный. Но по факту, вот сейчас вы видели, там проходят раскопки. Говорят, там было какое-то захоронение. То есть какие-то там, возможно, мощи святых. Ну, все может быть. Плюс ко всему, есть такая теория, что эта башня, помимо оборонительной функции, имела функцию маяка. Вот хорошая, красивая обзорная площадка сейчас. Попытаемся на нее спуститься. Обзорные площадочки такие. Растерялся. Пойти вправо, пойти влево. Ну, кого он вам напоминает? По-моему, Дон Кихот. Да. Завораживающие виды. Ух ты, чайка поймала рыбу и ее тащит. Рыба больше, чем она сама. Ну, не больше, но чем ее голова, так точно. Трясет, трясет ее, как утка, которая не может что-то проглотить. Мурены здесь водятся. Ну, и отдыхающие там 100% купаются. Возвращаюсь обратно. Пройдем по парку. Это мы все ходим, в принципе, мы, возможно, сейчас так и сказать, что мы вышли из старого города. Парк — это как бы граница, старый город и современная Анталия. Но старый город всегда начинается и начинался с ворот Адриана. Вот мы их сейчас попытаемся найти. Но пока прогуляемся по парку. Попугаи. Да. Большой зеленый попугай. О, их там целая стая. Не знаю. Голова горгоны, что ли? Типа змеи. Глазята. Давайте за нос ее потрогаем, чтобы она нам удачу приносила. По поводу котов я говорил. Здесь вот такие установлены собачьи кормушки, кошачьи. И корма сколько? Все накрыто. Ну, это памятник. Где-то я смотрел, читал. Памятник какого-то основателю революционной поэзии, что ли. Ну, не знаю, не буду утверждать. Кто знает, пишите в комментариях. Так, вперед! Пойдем через парк ускоренным шагом. Вернемся к нашему обзору старого города Калечи. Но пока нам нужно пробежаться по этому парку. Идем на ступенечки. Ребята, пытаемся выйти с этого парка, но он как-то притягивает. Все время какие-то вот монументы мы новые встречаем, какие-то фигуры, фонтан вот сейчас огромный впереди. Что это такое? Слоник, что ли, воду пьет? Да нет, это носорожка. О, где же его бивень?
Давайте, говорят, надо потрогать тоже. На удачу. Всем здоровья и удачи. Мира и добра. Кстати, по всему парку установлены вот такие вот лавочки. Они как будто вот накренились. Фонтанчик. Летний, скорее всего, театр. Возможно, здесь какие-то мероприятия проходят, вот типа сцены такой импровизированной. Там люди наблюдают за происходящим. Мы сейчас все-таки вернемся, повернем еще немножко в парк, зайдем. Увидели дом Ататюрка. Заходим. Значит, здесь сейчас организован музей Ататюрка. Смотрите. Скорее всего, здесь какие-то переговорные процессы проводились. Ребята, старые фотографии. Вот 35-й год. Это первый президент Турции. Интересный молодой человек. Библиотека. Старые книги. Ататюрк. Мы любопытные. Посмотрим, что на втором этаже. Ребят, мне так кажется, как это все важно, иметь свои традиции. Наверное, мы не будем сейчас везде по всем комнатам бегать. Кстати, везде поддерживается примерно одинаковая температура в помещении. Зачем это делается, ну, наверное, понятно. Летом это охлаждается, зимой немножко идет подогрев. Смотрите, патефон, вернее проигрыватель, хотя это может и патефон, нету большой трубы. Старый телефон, ну вот не знаю, хотелось бы сказать, здесь играли в нарды. Ну может быть, хотя лидер нации должен не играть в нарды, а играть в шахматы, а может быть и в шахматы играли. Печатная машинка. Возможно, Ататюрк здесь работал. Везде, в каждой комнате стоит телефон. Чашечку чая или кофе выпил, поработал. Возможно, он начитывал это. Секретарь сидела, печатала. Спальня. А где же телефон? Наверное, единственная комната, где нет старого телефона. Привет. Зеркало. Смотрите, как интересно. В него смотрелся Ататюрк. Сейчас я. Ух ты! Да, здесь тоже нет телефона, но большой-большой приемник. Радио. Все, ребята, уходим. Thank you very much. Thank you. Goodbye. Ребят, выходим из парка и встречаем здесь вот такую скульптуру. Если вам вдруг нужна водичка, то она здесь присутствует. Здесь можно, наверное, все-таки ее попить. Спасибо за воду. И здесь же можно в зоне Wi-Fi подключиться, подзарядить телефон. Обычный USB разъем. Вот человек сейчас оставил телефон и ушел тоже прогуляться. Телефон никто не трогает. Ах, Анталия. Даже идешь по улице, где должен быть запах, я не знаю, выхлопных газов, но с моря воздух, ну, запах моря, что тут сказать. Еще один водонос. Ну, наверное, на одной фабрике их изготовили, но, по крайней мере, они похожи. Так, ну, водичка есть. Да, ребят, мы в Турции. Вода здесь есть. Здесь булочник. Так, ребята, подойдем. Вот такой переход у нас. И вот старый город был защищен везде, со всех сторон, вот такой стеной, с бойницами, башенками. И попасть в этот город можно было только через трое ворот. И основные ворота были, это ворота Адриана.
Написано номер 3. Если не хотите гулять пешком, вы можете прогуляться на трамвайчике. Сейчас вам покажу карту. Смотрите, мы живем где-то здесь. Мы вышли через кафе Мермерли, поднялись, прошлись по городу, по старому городу, вышли сюда к парку. Как к парку? Нет, мы сюда прошли. Вот башня Хадерлык. Хочу понять, где мы находимся. Да вот же мы находимся. Все. Ребят. Ворота Адриан. Это мы накинули вот так вот кружочек по трамвайной линии. И находимся здесь. Это основные ворота в старый город Калеичи, это ворота Адриана. До наших дней уцелело только первый ярус этих ворот. До этого было два яруса. И говорят, на втором ярусе были установлены фигуры правителей, в том числе и фигура Адриана. Это основные ворота, через которые можно было попасть в старый город. 8 колонн, 3 прохода. Уровень настоящей старой Анталии, он был ниже. Как-то Анталия подросла. Мы сейчас находимся внизу. А на самом деле, раньше могли заезжать колесницы прямо в эти ворота. И вы посмотрите, выбоины какие от старых колесниц. Если пройти 3 раза, при этом загадав 3 желания, пройдите через трое ворот, через эти колонны, и ваши желания сбудутся. Посмотрите вверху, какие фрески. Так, ребят, ну давайте. Каждый загадает свое желание. Третье желание. И основное. Проходим и уже не возвращаемся. Сзади меня как раз проходит экскурсия. Я бы его послушал. Вот так вот выглядят ворота Адриана. Здесь все дома и вот все вот эти сооружения, которые находятся внутри, они находятся под охраной ЮНЕСКО. Если вы проводите какую-то реконструкцию, вот видите, то это обязательно все должны согласовывать. К примеру, сейчас мы видим осовремененный такой уже дом после реконструкции. И вы видите, как он выглядит? Эти же ставни. Все сделано в старом стиле. То есть вот это уже, наверное, не камень, какой-то материал, но элементы старого, здесь все сохранено. Кованые такие вот решетки на окнах. Ну, такие маленькие улочки. Сейчас зайдем в маленький дворик, ресторан и бар. На одну секундочку. Смотрите, как все сделано. Ну, это ограждение, но они красивые ограждения. Ребят, ну вот, здесь 3 этажа. Смотрите, какой колодец. И там вдали есть бассейн. Ребят, обратите внимание, зашли внутрь отеля. Какое убранство, какая красота. Отель, конечно, шикарный. Сейчас мы выйдем, посмотрим, как он называется. Как обычно, колодец здесь. Вот смотрите, как тут красиво.
Это все вот домики, в которых проживают постояльцы. Отель в старом городе Калеич. С левой стороны бар. Посмотрите, какие здесь домики. Все в старом османском стиле. Просто шикарно. Это, наверное, ночью все освещается. Thank you very much. Thank you very much. Very beautiful. Thank you very much. Отель называется Ruin Adalia. Шикарный отель. Вот такие здесь улочки, ребят. Гуляем дальше. Золото, бриллианты, как обычно, любителям такого. Нас встречают очередных туристов. Ребята, как здесь красиво, а ну? Отель Аль-Паша. Сейчас попробуем пройти его, посмотреть, если получится. Аль-Пашу мы тоже рассматривали к проживанию, но остановились на Адалипорт. Параба. Ребята, вот ресепшн с правой стороны. Выглядит все грандиозно. И очень маленький бассейнчик. Вы вот сидите здесь, кушаете, любуетесь, ну чем любуетесь? Бассейном, природой, мандаринки, апельсинки. Вот смотрите, ваш визави. Весь пол сделан, вот смотрите как. Это камушки морские. Бастион. Это ресторан, ребят. По лестничке поднимаются жители этого отеля. Размещаются в номерах. При бассейне здесь есть бар. Выглядит все достойно. Напоминаю, что это все тот же старый город Калеичи. А фикус, ну это что-то. Смотрите, какие листья фикуса. Единственное, плохо, сегодня такая мрачная погода. Ну, настроение, если вы идете отдыхать, всегда должно быть только положительное, хорошее. Тогда и отдых будет у вас хороший, положительный. Играет легкая музычка. Вот какая-то архитектурная ценность. Подсветка, пальмы. Ну, бассейн — это, конечно, что-то. Thank you very much, very beautiful. Еще раз, отель Аль-Паша. Интересное место такое. Ступеньки сделаны, как в амфитеатре. Вход в какой-то бар, кафе, ресторан. Газета. Смотрите, мы снимаем и за нами наблюдают. Старый город просматривается везде, разных, с разных ракурсов. Смотрите, как замечательно. Идешь, везде вот такие вот растения, цветут цветочки. Как вам улочка? Ставни. Ну, просто не рассказать, как здесь красиво. Old House. Заглянуть? Почему бы и нет? Ой, тут у них приготовления идут к приему гостей. И пока большая стирка.
Вот, Бир, будете пить пиво, и у вас получится, вот вы с обезьяны превратитесь в вот такого мужика. Мангально-шашлычная зона. Все, ребята, убегаем. Велосипед на стенке. Вот такой вот пивной домик. Вот это, наверное, самое правильное сейчас, за стеклом. Сидишь, ни ветра, ничего. И вон ребята понесли уже готовую еду. Вот, гуляем по старому городу. Рыцари. Ребят, смотрите, счетная машинка. И лампы Аладдина. Здесь то ли ремонт, то ли тоже ведут какие-то раскопки. Хотя, смотрите, вот чего-то такие нашли, какую-то стену с какими-то, с каким-то орнаментом. Кафешки в ожидании туристов. Кто-то ехал на велосипеде и таки разогнался и въехал. Наоборот, не выехал. Надеюсь, выйдет когда-нибудь. Тут можно ходить и ходить. Ходишь по кругу, а думаешь, что идешь в одну сторону. Эдинбург. Смотрите, лавка ковров. Здесь ковры, я вам скажу, не очень дешевые. Если сказать прямо, они дорогие. Но это все ручная работа, ребят. Минарет Ивли. Ивли в переводе обозначает рифленый. Видите, кирпич имеет рифленую структуру. Высота этого минарета 38 метров. Это работающий комплекс. Вот смотрите, часовая башня. Небольшой скверик. Можно полюбоваться видами. Мечеть. Ну вот такой у нас получился обзор старого города Калеичи. На этом все. Всем мира, добра. Всем пока.